Всем доброе утро. Ну, как видите, так вроде бы ничего, картиночка-то с утра, с утреца, в понедельника. Но все это обманчиво. Ветра нет, вроде бы встает солнышко, небо такое красивое. А теперь посмотрим на автомобиль. Лед. Прям просто примерзший лед. Я, честно говорю, я не помню такого, чтобы вот в марте месяце, уже в конце марта, ближе к апрелю, был лед. Снега нам Александр не обещал, зуб давал, а вот лед пришел. Хотя на самой дороге, обратите внимание, вода, лужицы. Видимо, он только замерзает автомобили. Земля теплая. К сожалению, я не смогу показать вам море, показать восход. Сильно ограничен во времени. Но вот утро в центре поселка Лазарьевского, вот на перекрестке улиц Победы и Колораж, могу. Сейчас не так давно проехала машина, и был такой звук непонятный. Это лед, видимо, упал. Вороны каркают, птички тоже вроде как чирикают. А я вам говорю всем доброе утро и до свидания. Встретимся позже.